Большая Балашиха Лайф. Новости. Состоялось второе заседание общественного экспертного совета при управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Балашиха, в ходе которого участники утвердили план комплексного благоустройства дворовых территорий и обсудили адреса капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год. План благоустройства после обсуждения на первом заседании был передан для рассмотрения комитетом ТОС. В результате в 2017 году в Балашихе планируется провести благоустройство 42 дворов практически во всех микрорайонах города. В ближайшее время ожидается проведение аукционов по определению организаций, которые будут содержать детские игровые площадки. Важно, чтобы установленные игровые комплексы соответствовали всем нормам безопасности. В продолжении заседания общественники обсудили региональную программу капитального ремонта на территории городского округа Балашиха, в которую вошли 100 домов. Еще в 28 планируется заменить лифтовое оборудование. Член общественного совета Наталья Гал призвала более ответственно подходить к выбору подрядных организаций и при рассмотрении заявок учитывать мнение жителей. Напомню, общественные советы при структурных подразделениях администрации созданы не только для проведения независимой оценки качества работы, но и анализа общественного мнения. Связаться с членами совета при управлении ЖКХ вы можете по телефону или электронной почте, которую видите на экране. Вера Без Гена, Виктор Демин, Роман Суслов, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.